Отца, стрелявшей в Брянской гимназии, школьницы выпустили из СИЗО. Дмитрия Афанаскина отпустили под запрет определенных действий. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия и доведении дочери до трагедии. На время следствия Дмитрию запрещено общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом. Последний год отношения в семье Афанаскиных были натянуты. Предположительно, из-за того, что отец пропадал на работе, чтобы обеспечить семью. Дмитрий в прошлом профессиональный спортсмен. Своих дочерей он также приучал к здоровому образу жизни с детства. Регулярные походы в зал и различные тренировки. Но в последнее время он был вынужден работать по ночам на перерабатывающем предприятии «Бринскпиво», чтобы обеспечить семью. После смен он отсыпался и пропадал в спортзале, чтобы держать себя в форме. Поэтому мог отдалиться от близняшек и не знать всего, что происходит в их жизни. Особенно про возможный буллинг в школе. Со слов окружения, никакого насилия в семье не было. А дневник все считают вбросом. Сами родители учеников возмущены, что обвинения предъявили охраннице и завхозу. Алина, открывшая стрельбу 7 декабря в одной из школ Брянска, попала в объективы видеокамер за минуты до трагедии. Девочка вышла вместе со своей сестрой из арки дома, где живет семья. Ружье она несла в пакете для сменной обуви. Торчавший ствол оружия школьница замотала бумагой. В настоящее время видеозапись изучают следователи. За те несколько метров, которые девочка прошла в поле зрения камеры наблюдения, она дважды перехватила пакет с обувью из одной руки в другую, так как ружье было достаточно тяжелое. Сестры в тот день прогуляли первый урок и пошли ко второму биологии.